сегодня у нашего ансамбля целых два праздника. Первый праздник – это встреча с вами. А второй праздник – вот тут какое дело, друзья. Сегодня одному из солистов ансамбля «Песняры» исполнилось 50 лет. Угадайте, какому? Друзья, сегодня Олег Железняков празднует свои 50 лет! Олег, мы знаем, что, возможно, ты хотел бы встретить свой юбилей в кругу семьи, но знай, что «Песняры» для тебя – это тоже твоя большая, огромная, дружная музыкальная семья. И мы хотим тебя поздравить, хотим пожелать тебе крепкого здоровья, хотим пожелать твоему голосу вот такого естества песнеровского, которое ты даришь всем нашим зрителям. Знаешь, наверное, все-таки это судьбоносно, то, что ты родился в тот же год, когда и родились «Песняры». Давайте все вместе дружно поздравляем! Сейчас расплатись. Друзья, меня никогда не поздравляло такое количество людей, человек. Ну, я считаю, что вы мои друзья. Мне всегда будет приятно приезжать к вам и чувствовать себя как дома. Большое спасибо. Сейчас я для вас что-нибудь спою. Олег, но это еще не все. Мы знаем, что ты очень сильно любишь рок. И в своем небольшом белорусском городе именно ты являлся идейным вдохновителем создания множества рок-группу. А у самого настоящего рокера в гардеробе должно быть кое-что, Олег. Прости, но дальше ты будешь петь концерт вот в этом. Вам со стороны людей идет подарок от всей команды ансамбля «Песняры». Олег, с днем рождения, дорогой, мы тебя любим. Спасибо, только для вас. Ваш покорный слуга Олег Железняков. Спасибо большое. Я вас люблю. А вас как люблю, ребята, если вы знаете. Олег Железняков. Ну и согласитесь, будет правильно, если именно юбиляр сейчас возьмет гитару и споет песню. Тем более, что песня очень хорошо вам знакома. Вам нужно будет помочь спеть нам припев. Слова там такие: «За полчаса до весны».